Привет, я Вика Хорс, и вы попали на мой новый видос. И сегодня мы снимаем обзор на мои новиночки, которые мне подарили на Новый год. И давайте начнем, погнали! Вот так выглядит наш первый наборчик. Давайте рассмотрим его детали поконкретнее. И да, я хотела сказать, что у этого видео выйдет две части, потому что, ну, как бы они впечатляют, видео слишком долгими. Рассмотрим поближе детальки вот этого наборчика. В набор входили вот такие вот зеленые яблочки. Да, извините за этот облезший маникюр. Да, все. Вот такие вот зеленые яблочки. Очень прикольные, сделанные как настоящие яблочки. Да. Дальше, такие же по форме, только перекрашенные красные яблочки. Да, они абсолютно такие же по форме, я проверяла. Вот такой вот зеленый недоуздочек. Да, с цепочками, шляховский стандартный, с таким веревочным чомбуром. Классный очень недоуздок. Зеленая попона с такой вот желтой окантовочкой. Да, здесь на липучках, короче, как обычная стандартная шляховская попона. И точно такие же попоны. Попоны недоуздок, точно такой же комплект. Можно купить отдельно, можно купить в комплекте с другой попоной, с другим недоуздком. И, короче, эти попоны, этот попоны недоуздок много где присутствуют. Перейдем к лошади, которая шла в этом наборе. Это вот такой вот тракенинский жеребец по кличке Преферанс. Да, он очень красивый, у него такая белая грива. Он масти Паламина, если я не ошибаюсь. Пишите в комментариях, если вы знаете, как точно называется эта порода. Звездочки во лбу у него нет. Такие ярко выраженные черные глазки. Фокусируйся. Вот. Такие ноздри. Короче, все очень классно. Вот. И здесь белые такие чулочки. Он мне очень-очень нравится. И, в общем, такой вот прикольный. И сейчас я вам покажу коробочку. Правда, ну, наверное, коробку смотреть будет неинтересно, но все-таки. И вот как выглядит эта коробочка спереди, сбоку, сверху, извините. Да, вот с другого боку. И сзади здесь состав наборчика. Лошадка, вот здесь недоуздочек, попонка и яблочки. А также здесь изображен такой вот сюжет с конюшней. И вот такой вот здесь еще наборчик. И там вот такой, 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 такой. И следующая наша новиночка это... И следующий, это у нас вот такой вот очень классный наборчик, вестерн, да, и сейчас я покажу вам его составляющие поближе. Первая составляющая этого набора, это вот такие вот бочки, раскрашенные в стиль Франции, ну не Франции, как бы, ну красный, белый, синий, да. У нас как бы синий, белый, красный, стоп, белый. У нас белый, синий, красный. А здесь у нас как бы синий-белый, местами как бы меняли. Здесь у нас вот такие вот штучки. Да, извините за тень, только что вскочила какая-то тень. Вот, да. И вот здесь написано Barrel Racing, то есть какая-то бочковая езда. Я супер-переводчик. Вот, и внутри у нас бочки ничего нет. Точно такая же вторая бочка. На ней также написано Barrel Racing. Ну, короче, все точно такое же. Дальше у нас идет вот такая вот всадница-ковбойка в синей кофточке, розовых штанах, ботиночках, розовой шляпе и с вот такими вот косичками. Она очень красивая, мне очень нравится. У меня ее зовут Лера. Уздечка. Вестерн-седло с двумя подпругами и розовым вольтрапом. Это такая же лошадь, как Преферанс, поэтому рассказывать я ничего вам про него не буду. И на этом все, всем пока, я люблю своих подписчиков. И, кстати, у двух очень классных девочек есть прикольные инстаграмы, так же, как и у меня. Заходите, подписывайтесь, и название инстаграмов я напишу в описании. Всем пока-пока!